В субботу 26 августа в Республике Крым открылась 8-я смена Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида. Молодые журналисты». В течение недели Общероссийский народный фронт, который является организатором смены, проведет образовательную программу для порядка 300 молодых людей, ищущих себя в журналистике или уже посвятивших себя медиасфере, а также блогеров и других. Уже в ходе первого дня участники форума обсудили с представителями федеральных СМИ проблемы развития печатной прессы, телевидения, тренды социальных сетей и блогов. Туву на форуме представляют два журналиста. Это корреспонденты газеты «Тувинская правда» Виктория Лачугина и телекомпании «Новый век» Чинчи Самбуга. Смена пройдет с 26 по 31 августа. Каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ. Это генеральная уборка, дорожная инспекция ОНФ, карта убитых дорог, работе центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, народная оценка качества, равные возможности детям и за честные покупки. Также для участников организован на площадке, где проходят творческие встречи с известными журналистами и медиа-менеджерами. Мы уже познакомились с представителями ведущих СМИ страны. Это Евгений Бекасов, главный редактор «России-24», также главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» и телеканал «Russia Today» Маргарита Симонян. Кроме того, участников форума разделили на профильные школы. Это, получается, интернет-СМИ, печатные издания и телешкола, в которые входят представители разных федеральных СМИ. Также в рамках работы телешколы проходят встречи с сотрудниками телеканала «Россия-24». Это ведущий новостей Роман Плюсов, специальный корреспондент Николай Соколов, режиссер телеканала Александр Петровский и оператор программы «Вести» Сергей Рубанов.